Господа, здравствуйте. Сегодня записываю видео о том, как сдать миссию оружейника, часть 2. Для этого заходим в задачи. Вот, нам надо собрать АКС-74УН, 60 патронов, 3,5 килограмма, не больше 3,5 цепьем Б-11, определенной эргономикой, да, дальности 100. Дальности 100 метров или больше. Вот, собственно, все ингредиенты я закупил на барахолке. Вот, я сейчас покажу, какие именно и как этот квест сдать. Заходим в модификации. Вот, оружие можно заложить. Начинаем с цевья. Меняем цевьё на Б-11. Далее меняем магазин на 60 патрон, который он требует. Далее меняем рукоятку на вот такого РК-3 рукоятка. 6Л31 магазин, цевьё Б-11. Тактическая рукоятка самая дешевая. Меняем приклад. Ставим замок. Ставим ПТ-3. А приклад зенит ПТ-3. Собственно, вот модель, которую требует от нас механик. Она готова. Все требования соблюдены. Сохраняем. Очень важный момент, кстати, перед сдачей задания сложить оружие, чтобы оно занимало 6 ячеек. А то механик может не принять. Механику задачи передать. Все, всего доброго, до свидания, господа.